Срок полномочий Натальи Ковалевой на посту регионального омбудсмена истекает. Время подвести итоги. За 5 лет сделано многое. Рассмотрено 11402 жалобы. 2444 человека обратились к уполномоченному на личных приемах. Как правило, омбудсмен – последняя инстанция. К нему обращаются, когда самостоятельно добиться справедливости не удалось. Многих ивановцев беспокоит жилищный вопрос. Это острая проблема обеспечения жильем инвалидов. Как-то очень скромно уходят от этого вопроса. У нас с каждым годом количество жалоб от людей-инвалидов растет. Если до 1 марта 2015 года по жилищному кодексу лица, инвалиды, которые вставали в очередь, они так и получают, пусть медленно, но не получают из федерального бюджета, да, то все, кто после 1 марта 2005 года встал, они все встают в общей очереди. Там их вообще не выделяют. Вы представьте себе, в Иванове, Анжелика Анатольевна, с 1966 года очередь, да? В Иванове с 1966 года. Весомый процент обращений за истекший период касался системы образования. В частности, много жалоб поступило от родителей первоклассников. Споры за места в школах можно было бы урегулировать, считает омбудсмен, регламентировав порядок приема детей. И, конечно, нужно прописать в законе, что братьев и сестер обязаны зачислять в одну школу. Здравоохранение – еще одна вечная тема обращений к уполномоченному по правам человека. Это и невозможность записаться на прием к узкому специалисту, искуда больничное питание и, конечно же, проблемы с лекарственным обеспечением. Их также можно было бы решить на законодательном уровне. Я считаю, что здесь должно быть следующее, ну, это мой взгляд на это. Я считаю, что должно быть следующее. Люди, вот по лекарственному обеспечению, кто имеет право на бесплатные лекарства, они все являются для них жизненно необходимыми. Так сделайте так. Если это в аптеках нет, а мне говорят, конкурс не провели, тендер не поступило. Они покупают за свои средства. Потом эти средства им не возвращаются, им не возмещают те средства, которые они затратили. Так введите в законодательство, что если покупают за свои средства, компенсировать это. Поверьте мне, мне кажется, и тендеры, и аукционы, все сразу бы стало проходить более эффективно. Государство будет считать каждый свой рубль. Многим обратившимся к омбудсмену помогли, кто-то получил юридические консультации. Но есть проблемы регионального и даже государственного уровня. Они остаются по сей день, несмотря на обращение Натальи Ковалевой в профильные ведомства. Все это достанется в наследство новому омбудсмену. Он будет назначен в ближайшее время. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.